Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, Центральный Округ, мне здесь Кирилл Подбулови, не забывайте вводить по ник при регистрации, если вводите мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Как вы поняли, сегодня снова видео, и сегодня мы займемся спасением нашей Тессы, потому что, как вы помните, я купил, она просто в ужасном состоянии, она не может передвигаться своим ходом, поэтому сейчас я устроюсь механиком и постараюсь ее эвакуировать, чтобы ее починить, получается, в СТО. Я надеюсь, у нас все получится, и также сегодня мы займемся ее внешним тюнингом. Я думаю, это будет тоже очень интересно. Вам я желаю приятного просмотра, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, если вы кушаете, желаю вам приятного аппетита. Все, пацаны, я успешно добрался, я уже устроился на работу механика. Я не знаю, как это будет реализовано. Как бы сейчас я возьму машину и мы поедем. Но здесь до сих пор есть эти баги, которые типа подправляются через текстуры. И меня это очень бесит, реально. Я уже один раз упал, еще раз упасть я не хочу. Сейчас просто быстро берем и едем, получается, за нашей Теслой. Так, вот, отлично, короче, я уже подъехал. И мне написали команды. Все, я подцепил свою машину. Бля, наконец-то, пацаны, наконец-то ее починю. Я просто думал то, что, ну, я не могу сам ее подцепить и вести. Я думал, нужно обязательно звать кого-то, чтобы он это сделал за меня. Но оказывается, можно самому взять и эвакуировать машину свою. Это очень круто. Сейчас я быстренько довезу ее до СТО Южного. Мне ее там починят. И мы сможем уже спокойно не передвигаться и поехать на ней в тюнинг. Бля, пацаны, тут какой-то пиздец происходит. О, меня пропускают, слышите? Спасибо, пацаны. Че вы все открыли? Ебать, меня тупо пропустили. Короче, не сказать, типа, механика пропускать. Ебать, спасибо большое просто. Я думал, мне сейчас пизда, короче. Думаю, ну пиздец, ебать, привез свою машину. Но видите, остальных не пропускают бандита, меня пропустили просто. Вот это я понимаю, механика просто, пропустили. Вот это уважуха просто. Ладно, сейчас довезем свою машину. Я думал, все, ебать, пизда, думаю, блядь. Сейчас точно не доеду, потому что расстреляют. Но в итоге меня пропустили. Пацаны, нужно целочку починить на моей бричке. Так, сейчас, короче, починим нашу машину. Так, садимся. Все, сейчас, короче, починим машинку и можно будет ехать в тюнинг. Все, пацаны, Тесла просто в боевом настрое, уже подчиненная. Осталось только переделать немножко. Вот еще одна Тесла стоит, кстати. Я вот думаю над тем, чтобы, наверное, спойлер убрать ей и перекрасить ее в другой цвет какой-то. Все, я успешно приехал в тюнинг. Я давайте посмотрю, какие здесь спойлеры есть. Ну, типа, за спойлер давать 200 тысяч я не хочу. Либо его просто снять, либо его вообще не трогать. Ну, блин, я не хочу со спойлером. Вот без спойлера, знаете, как-то заебись. Во, без спойлера заебись, еще у меня, сука, гидравлика стоит. Я об этом не знал даже. Я, блин, об этом даже не знал. А вот, убрать гидравлику 50, получается, за монет. Ну, типа, это немного, я думаю, накоплю, либо можно задонатить просто. Так, давайте сейчас заедем еще и перекрасим. Ну, вот эти, да, неплохие, это хаманы черные, в принципе, с полкой, да. Хорошо смотрится, но можно что-то еще посмотреть. Ну, можно, конечно, такие поставить, но они тоже не особо смотрятся. Вот эти, кстати, мне нравятся. Вот эти, кстати, можно поставить. Хаманы просто, это как-то уже банально. Вот эти давайте поставим так. Все, пацаны, я припарковал свою машину, перекрасил. Просто, смотри, какая пушка получилась. Вот зеленый цвет ей очень идет и над, с винилом этим. Это типа винил Космос, такой же самый, как и на Ламбе. Вот можете даже сравнить. Ну, типа, они такие же самые. Ну, они одинаковые, абсолютно одинаковые. Просто здесь получается белый цвет. А здесь зеленый. И зеленый реально тоже пиздато смотрится. И мне очень нравится. И без спойлера Тесла намного красивее смотрится на самом-то деле. Спойлер тут был какой-то колхозный, знаете. И хаманы тоже. У них сильно большая полка была. А вот эти диски, знаете, прям идеально вписались. Они как бы небольшие, не маленькие. В арках очень хорошо сидят. Вот даже можете сами посмотреть. Как бы они и не сильно утоплены в арке. И не выпирают. Просто идеально стоят. Вот реально мне это очень нравится. Осталось только поставить еще нитро и снять гидравлику. И все будет реально по кайфу. Hello. Привет. Нитро можешь поставить? Кирилл, подвезешь до вокзала? До вокзала Южного? Да. Сейчас нитросик ебут мне и подвезу. Короче, пацаны, здесь оказывается есть нитро.
Просто здесь нету выхлопа на Тесле, потому что это электрокар. На ней не видно, есть на ней нитро или нету. Все, пацаны, я думаю, на этом мы будем заканчивать, потому что видосик, я думаю, получился очень даже насыщенный. У нас получилась вот такая вот пушка-гонка. Осталось реально только убрать гидравлику, и просто будет идеальная машина. Вообще, зачем я ее купил? Во-первых, она очень даже хорошо едет, она симпатичная. И во-вторых, это электрокар, ее не нужно абсолютно заправлять. То есть вы можете на ней ездить сколько угодно, а так тачка реально очень угодная. Не нужно заправлять. Ну и в принципе не особо дорогая. Поэтому мне реально по кайфу. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.